Первый раз мы сделали банку с заслонкой сюда, на эту машину, на которой уже установлен даунпайп на этом гольфе. Сейчас мы сделали раздвоение. Владелец привез диффузор от Эрки и насадки купил карбоновые. Собственно, подготовился максимально для того, чтобы мы оперативно, хорошо сделали свою работу. Миш, скажи, пожалуйста, впечатления свои. В целом от звука, потому что ты уже на ней ездишь давно. Расскажи, пожалуйста, плюсы и минусы, которые ты заметил. И в целом вот сейчас уже еще и Vito появился здесь. Не, ну парни сделали все шикарно, я считаю, вообще просто цена-качество, это просто самое лучшее, по крайней мере, то, что я видел, где искал, по крайней мере, это самое лучшее. По поводу звука, что могу сказать, то, что, не знаю, звук появился какой-то такой, который я хотел, опять же, в меру громкий, как громкий-то орущий, даже можно сказать так. То, что и хотелось. То, что ты слышишь даунпайп, да, мы с тобой обсуждали то, что хотелось бы чуть-чуть помягче. Уже не хочется, просто здесь я сделал на раздвоение и уже не хочется. То есть уже звук другой вообще стал? Вообще да, кардинально другой стал звук и прям вот, прям то, что надо. Спасибо. Как ты нас нашел? Нашел через знакомых, знакомые посоветовали, вот, собственно, и приехал сюда. Ну, по крайней мере, я еще сравнил по цене и качеству все, то есть вот это самое лучшее место, по крайней мере. Ну, то, что еще ребята советовали, самое лучшее. Миш, спасибо большое за доверие и за такое интервью открытое. Тебе удовольствие от выхлопа и побольше таких ярких эмоциональных впечатлений, когда ты на газ нажимаешь. Спасибо. Все, спасибо большое. Все. За выхлопы. Ребята, обязательно подписывайтесь на наш YouTube, смотрите нас в Инстаграме, Телеграме и так далее. В общем, вы все знаете уже прекрасно. А я вам хочу сказать то, что если вы хотите так же радоваться, как владелец этого гольфа, приезжайте к нам, посмотрите на отзывы, видеоотзывы, оцените. Потому что многие компании могут накрутить миллион отзывов на Яндекс.Картах, но видеоотзыв — это реально непередаваемые и честные, откровенные эмоции владельца, который сделал тюнинг выхлопной системы в ультравыхлоп. Остановись, пока остановка не будет последней.